На реализацию проекта в рамках программы «Народная инициатива» нашему городу выделено 3 миллиона рублей. На заседании общественного совета были обсуждены варианты расходования средств и намечены 3 наиболее приоритетных проекта. Выбирая один из них, около 6,5 тысяч уаровцев приняли участие в голосовании. Наибольшую поддержку горожан, что составило более половины опрошенных, получил проект, включающий в себя работы на 2 объектах. Реконструкция части сквера Революции и укладка тротуарной плитки около фонтана в первом микрорайоне. Таким образом, в рамках программы на эти цели будет потрачено 1 400 000 и 1 600 000 рублей соответственно. В настоящее время прошли все конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Сейчас ждем 10 дней для подписания муниципального контракта. И со следующей недели планируется начать подрядные работы. На этой неделе мы будем готовить площадки, то есть у фонтана первого микрорайона будем убирать лавочки на время проведения работ. В сквере Революции будем вывозить пушки. Согласно проектам, территория данных объектов будет выложена брусчаткой. У фонтана одного цвета, в сквере Революции с добавлением элементов красного. Если территорию фонтана обновится полностью, то в сквере пройдет только первый этап благоустройства. Реконструкции подлежит центральная часть, будут обрамлены боковые клумбы, сделана центральная дорожка. Завершить работу в сквере Революции планируется в последующие годы. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, «Наш город».